It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. Мы, короче, поперлись в лес. Минус 23 сейчас. Было? Было? Минус 60 вчера. Потом мы из дома вышли, как раз и было минус 23. Сегодня утром было плюс 17. Минус 18. А не плюс. Пардон. Ну ты вырежешь. Короче, минус 23, мне жарко. Я не знаю, все идут как эти. Как кто? Давай, расскажи нам. Мы идем в лес. А, что еще? Камеру смотри. Я смотрю в камеру, Ваня. Это камера, наверное, смотрит, кажется, нет. Самое главное, что там есть один чувак такой, который не покажет свое лицо. Он никогда не покажет свое лицо. Да. Это как это... Пульт голова. Ты снимал все, Ваня? Что ты снял? Мостик, смотри, такой фантовый. Только нельзя по нему ехать на велике. Как вы занимались в пещерах сексом, я снимал. Лес, елки. Елки такие. Странная, короче, компания у нас тут собралась. Безумная. Что-то они там... Маньяки, маньячки. Всякие разные, короче, странные люди. Пусты. Ладно, сейчас будем обед. Сейчас на лесе мы будем бить. Сейчас мы уйдем в лес, поглубже. Грязь, песок какой-то, а лес типа, да, типа болото, да. Мы взяли с собой собаку. У нас есть собака-охранник. Давай, лес. Мы идем по болоту в комнату, Ваня. Пуширусь. Прикольно же. Да. Мы не быстро. Давайте подождем. Там караси живут. То есть можно просверлить, может быть. Если мы сейчас найдем, попробуем плотинку, то мы можем достать бобра на сало и сделать шапку из него. Олесь, ты замерзла? Нет, ты снимаешь? Снег идет.